сейчас приехали вечером в Ленту. Нужно заменить лампочку поворотника. А то сзади никто не видит, как я поворачиваю. Предположительно, лампочка перегорела. Неизменное состояние от того, что я мало сплю. Это лампочки. Они по две. Как называются задние поворотники Ford Focus 2? Задние указатели поворотов. PY21. Берем их. Я понял, надо спать тогда, когда хочется. Надо поспать, чтобы передохнуть между интереснейшими делами в твоей жизни. Ну, прям сердце в ушах стучит. Я так вкладываюсь энергетически. Мне надо быть поаккуратней. Я просто проворонил два момента. Ну, из двух. Ты видела, я второй раз уже подбегал. Да. В двух метрах был. Раз. Два, три, 20. Я иду искать. Опа, палево. Вон за теми кустами есть. Чека, чека, все. Вот, на третий раз ты меня раскусил. Иди гали. Два. И чё? Раз, два, 10, 20. Я иду искать. Главное не отходить от дерева. Я буду всегда рядом с деревом, всегда успею перехватить. Так, враг пока не раскрывает свои координаты. Все, я могу спрятаться в кустах. Я уже далеко от дерева ушел. Здесь Насти нет, здесь нет. Опасная зона. Там я еще не исследовал, там уже нет. Вот там еще неизвестно. Там тоже до конца неизвестно. Но там ребята гуляют с собакой, так что, скорее всего, где-то там. Я стою в самом центре. Может, за гаражом? Вон за тем. Ты где найду тебя? О, там уже там. Как ты там оказалась? Я вообще вон в тех кустах была. Собака пискнула, а потом начала отворачиваться. Я думаю, ну на достаточном расстоянии, наверное, добегу. А в итоге я бежала, ты меня даже не заметила, пока я бежала. Я думала, ты заметил. Я иду считать. Знаете, в чем секрет? Грамотные игры в прятки, когда ты находишься на месте прячущегося. Всегда держите под контролем голящего. Его надо видеть постоянно. Раз, 7, 14, 20. Чика. Все. Вот черт. 4, 5.
Привет! Чика! Блять, твою мать, куртку порвал, блять. Она не знает, где я, она смотрит по сторонам. Она далеко ушла. Чего ты пинаешь? Я тебя нашла. Я выиграл. У меня все записано. Я первый прикоснулся. Я первый прикоснулся. Это нечестно, ты быстрее меня. Да, я старался. Вот, все записано. Вот благодаря вот этой сучьей камере. Не стучи. Ты через монитор видел, как я подхожу. Это вообще, нет, все это вкусно, это не знаю. Я не буду ее специально выставлять, как я объективно. Ты говоришь, там все записано? Там как раз будет все видно. Там все видно, я выиграл. Нет, ты говнюк. Не, ну я говнюк, но я выиграл. Да. Я, это, сначала ты меня увидела, потому что я отвлекся на кого-то гуляющего с собакой. Потом я от тебя убегал, потом я опять спрятался за горку, и потом я удрал тебя и почекался. Ты с помощью камеры? С помощью камеры? Хочешь, на тебе камеру. Я ее сейчас об асфальт разобью, если ты мне ее дашь. Потому что ты нечестный. Потому что ты нечестный. Я честно все выиграл. По правилам. Я с помощью камеры. Я... Камеры не было. Откуда ты знал, что я с помощью камеры смотрел? Я тебя увидела. Камеру увидела? Твою руку вот так вот увидела с этой камерой. Вот ты за меня и побежала за мной. Видишь, это из-за камеры я спалился. Это низкий поступок. Нормально, все. Это низкий. Ты успокойся, я просто хотел посмотреть, как в зеркало там идешь ты. Так все, так все военные делают, все командосы так делают. Да ты во всех учениях. У нас не было в правилах играть с помощью камеры. Подожди, а не было обратных, необратных правил тоже не было. Что мне, блядь, в двух экземплярах, я что не ли, знаю, запротоколировать эти правила? Это же не какие-то, я не знаю, супер беговые кроссовки, которые увеличивают скорость. Я ты честно сам бегал. Ну вот, на это стоит позлиться, да. Я тоже не отдохнул. Ты подожди, я куртку не одел. Подожди, серьезно. Если ты быстрее, то я быстрее. Так, и действительно он у меня перегорел. Вот этот вот у меня перегорел. Вот эта пимпочка. Нужно нажать сначала туда, потом крутануть. Такие же я купил в ленте. Ебать. До такой степени я тебя испугала, что ли? Привет. Настя меня напугала. Совсем не ожидал, что она сейчас прям подойдет и вот
меня ущипнет сзади. Вставляем. Питере всегда лучше, Питере что за базар. Лучше. А чем лучше? Тут дешевле, тут красивее. О, вот это, брат, красавец! Хочу дать привет. Кому? Маме, папе, брату, сестре. У меня есть родная сестра, Настя зовут. Настя, привет. Я в Питере, ё-моё. Хоть расскажи, где ты стоишь. Как называется он? Витебский. Витебский. Ютубский. Слушай, нас сюда еле-еле пустили. Это...